теперь сидим. Сидим. Оля, отходи. Молодец, не снимайся. Так. Внимательно Маркуша смотрит глазками. Делай выбор, куда ты пойдешь. Переступай, хорошо. Куда теперь идешь, Маркуш? Да, делай выбор, да. Рычит. Тигр. Тигр. Тигр рычит. Говорит. А это кто? Лев. Лев, конечно. А это вот кто? Это слон. Слон. А это кто? Лев. Так, Маркуша, скажи, пожалуйста, кто у нас серого цвета? Как он называется? Серый. Слон, да? Слон. Так, а кто у нас полосатый? Полосатый. Лев. Нет, лев, разве полосатый? Кто полосатый? Не знаю. Тигр. Тигр полосатый. Тигр полосатый. А у кого большая грива? Волосы вокруг головы, грива. Это кто такой? Лев. Лев. На вопросик отвечай, ты животных посчитай. Считаем. Два. Дальше. Три. И? Четыре, умничка, давай пять. О, здорово посчитал. Четыре. Маркуш, как ты думаешь, почему они к тебе пришли? Чего у них не хватает, как ты думаешь? Хвостиков. Хвостиков не хватает? А ну-ка давай помогать, хвостики будем возвращать. Как ты думаешь, это чей хвостик? Слона. Слона, конечно. Так. Это чей хвостик? Открывает глазки день. Кто убежал, кто пропал. Кого нет? Нет. А ну посмотри внимательно. Это чей был хвостик? Обезьянки. Обезьянки. Обезьянка убежала. А ну давай смотреть, кто остался? Тигр. Лев. Кон. Слон, конечно. Большой слон. Мама слониха пришла к себе, маленьких деток позвала. Маркуш, сколько слонов у нас, скажи, пожалуйста. Один. Один слон. Мама. А я тебе даю слоненка по размеру. Он какой? Маленький, да? Маленький. Так, мы возвращаем слонят маме в ручки. Так, клади. Клади, клади слоненка. Так, так, молодец. А этого слоненка в другую ручку. В другую ручку. Умничка, смотри, видишь, ровные весы, ровные они. Так, Маркуш, а сколько я тебе показываю слонят? Много. Нет, много, сколько, посчитай. Один. Нет, внимательно посчитай. Один, два. Два слоненка, держи, Маркуш. Так, много, а теперь... сколько? Один, два. А теперь Марк считает. Не слышу. Один и три. Нет. Один, два. Да, два слоненка. Держи, два. Так, что ж ты? Вот этой руке вообще тяжело-тяжело, Маркуш. Так. Не, ну это ж ты ручкой помогаешь, а так же не считается. Ты ж не помогай. Видишь, это внизу. Внизу значит тяжело маме. Давай считаем слонят. Еще слонята к маме прибежали. Один, два. Два слоненка прибежало. Куда кладем? Маркуша, а ну покажи, где у тебя правая ручка? А левая покажи, где? А у слонихи где правая ручка будет? Смотри, в правой ручке тяжело, а в левой легко.
Давай сделаем так, чтобы и правой было, и в левой одинаково, да? Давай перекладывать. Маркуш, ты перекладывай по одному и смотри, как маме... Нет, еще, видишь, тяжело здесь. Справа налево. Еще перекладывай. Умничка, смотри. Одинаково? Одинаково. Давай тебе поклон. А что банан любит кушать обезьянка? Банан. А ну-ка, угости нашу обезьянку бананами. Так, корми две ручки одновременно, Маркуш. Умничка. А теперь срывай. Срывай бананчики. Смотри, как они высоко. Умничка. Нет, в ротик. В ротик. Корми. Один, два. Маркуша, сколько бананчиков? Нет. Сколько? Нет. Один, два. Два бананчика. Так, корми. Ой, гадки. Да. Да, теперь срывай. Сколько бананчиков? 50. Нет, посчитай хорошо. Считай хорошо. Один, два. Два бананчика. Умничка. Я люблю банан. Любишь банан? Замечательно. Люблю. И я люблю. А он какой? Сладкий или кислый, Маркуш? Сладкий. Да. Замечательно. Это кунашка. Да? Так. Умничка. Сколько бананчиков Оля тебе дала? Один, два. Маркуша, два банана. Ням-ням-ням. Вкусно? Твои обезьянки вкусно? Два банана. Давай, Оля, сейчас. Оп. Молодец. Маркуша, два банана. Тянись, тянись, тянись. Умничка, молодец. Здорово, здорово у тебя полный. И он когда по Африке бежал, свои пятна потерял. Где? А Маркуша их все собрал, пятнышки, да? Мы сейчас их соберем. Соберем. Маркуша, сколько ты держишь пятнышек? Сколько это? Два. Два. Два пятнышка. Возьми теперь один. Один. Маркуш, один. Один. Умничка. Молодец. Крепи. А теперь возьми два. Один, два. Молодец. Крепи. Правой ручкой крепи и левой. Молодец. А теперь левой закрепи. Левой. Правая отдыхает, левая крепит. Умничка. Возьми один, Маркуш. Умничка. Теперь возьми два. Сатый. Давайте дам леопарда. Да. А слона встречали? Да. Да. А со львом играли? Да. Так, а это кто такая? Это кто такая? Зебра. Зебра, да? Зебра. Так, а это кто? Жираф. Жираф. А это кто? Хамелеон, Маркуш. А ну помогай, всех в домике ты возвращай. Верни в домик слона. Слона. Где слон, Маркуш? Вот. Давай, верни его в домик. Где его домик? Смотри внимательно по форме. Так, видишь, как выглядит слон? Где такой же домик по размеру? Молодец. Умничка. Давай пальчиком, помогай пальчиком зайти. Вот так, здорово. Возьми жирафа. Так, давай, жираф. Как ты думаешь, где его домик? Вот он. Умничка, абсолютно правильно. Так, придерживай. Возьми, пожалуйста, зебру. Умничка. Где домик зебры? Вот. Зебры. Великолепно. Пальчиком поправляй, хорошо. Возьми, пожалуйста, льва. Отправь его в домик. Лев. Грива вокруг. Лев. Молодец. Запомнили льва, да? Тигр. Да, полосатый. Полосатый, правда. Тигр. А ну-ка сделай выбор. Какой тебе на выбор цвет? Это какой ты цвет выбрал? Желтый. Желтый выбрал цвет. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, в Африке, когда звери ходят по земле, там трава растет? Растет. А у нас на прямоугольнике трава растет? Нет, да, не растет. А где трава растет? Внизу или вверху? Внизу. Внизу. А покажи, где низ. Вот, умничка. Смотри, мы сейчас пальчик берем, пальчик опускаем. И низко-низко рисуем
Травка, 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 травка. Видишь, так пальчик Оля опускает и рисует. Травка, травка, травка. Слона. Как он ходит? На лапках он стоит, да? Разворачивая его, чтобы он на травке стоял ножками. Давай, давай, ты можешь. Давай, Оля чуть-чуть поможет. Угу. Угу. Так. Умничка. Маркуша, как ты думаешь, кто здесь? Давай вот так ее тоже развернем, да? Кто? Лев. Лев бегает на лапах? Нет. Да. Львица тоже лапами по земле ходит? Да. Слон лапами по земле ходит? А змея? Есть у нее ножки? Что делает змея? Ползет, да, ползет. Вот змея у нас и будет лишняя в этой компании. Ну что, Маркуша, я тебя благодарю за урок. Наш закончился.